Приветствую всех любителей бильярда. Международный бильярдный турнир Кубок Кремля в Москве входит в зачет Кубка мира 2023 года. И идет очень интересная встреча Гельдиев Батыр из Туркменистана и Дастан Лепшаков из Кыргызстана. А интересно она тем, что Батыр Гельдиев является перворазрядником. И выступает он против Дастана Лепшакова, мастера спорта международного класса. И борется уже на равных после 6 партий. Счет 3-3 до 4 побед. И это контровая партия. Начальный удар в контровой партии произвел Батыр. Игра называется «Комбинированная пирамида». Игра будет вестись одним битком. Тут же после разбоя у Дастана появляется атака. И он сразу воспользовался этой возможностью. А также появился шанс увеличить счет. Не хватило скорости шару, чтобы разметать немножко белые шары и чтобы что-то получилось. А так, отыгрыш. Придется отыграться и Батыру, а на дальнюю половину нужно вводить биток от левого. Не совсем хорошо. Почему? Потому что в этом случае тяжело оставить белый шар на ближней половине, и поэтому отыгрыш от тоненько от ближнего шара. А Дастан задумал атаку, посмотрел резку. Видимо, не нашел либо хорошего отыгрыша, либо не хочет отыгрываться. И на дальнем образуется фактически подставка. Также хорошо у средних луз стоят шары, что может послужить хорошим продолжением. Невынужденная ошибка, расстроен Батыр, сожалеет он об упущенных шансах, и позиция переходит очень неплохая к Дастану. Это не совсем то, на что рассчитывал Дастан. Практически на продолжение, только один вариант. Чужой в угол налево.
И, как мы все понимаем, шар трудный. Атаковал две лузы, удар был рискованный. Ну и здесь вроде как повезло на первый взгляд. Но есть атака свояком направо в среднюю лузу. Конечно же, волнуется игрок, есть шансы против именитого соперника, но не так-то просто забивать в ответственные моменты в игре. Да и удар далеко не легкий. 3-2. Что убрать? Куда атаковать? Выбирает атаку свояком направо в нижний угол. Отличная реализация. Игра явно выше уровня первого разряда. Вроде бы неплохо поднялся шар к средней лузе, и, возможно, Батыр будет атаковать от него. Все четко. И как мы видим в комбинированной пирамиде, напомню, взамен забитого битка, так как он вытаскивается на стол и продолжается игра с дальней четверти стола, атакующий игрок снимает себе на полку любой белый шар. И теперь уже трудное продолжение. Атакует свояком направо в нижний угол. Дистанция большая, и успех не гарантирован. Даже для топовых игроков в такой ситуации. 6-3. Левый шар не дошел до средней лузы, и вполне возможно, что у Дастана шансы еще будут. Аналогичная атака, только уже в левый угол. Ну, на мой взгляд, нужно было поставить биток чуть правее. Выставил слишком толстую резку, и при ударе в пол шара получился недорез. Теперь непростая ситуация для Дастана. Отстает он в счете. Два шара до победы сопернику. Есть атака в дальний угол. И Дастан проявляет все свое мастерство. Бросается в погоню. В
убирает шар, который мешает, и будет забивать свояк. А также мастерски скатил белый шар к левой нижней лузе. Есть ресурс для атаки свой в правый нижний угол. И в случае забития Дастан выходит вперед и в шаге будет от победы. Очень большой промах, возможно, психологически мешал дальний шар. И также, как и Гильдив на прошлом своем промахе, похоже, Дастан слишком толсто выставил шар для атаки. Но в таких оценках я, конечно, могу ошибаться из-за ракурса. Ракурс все-таки камеры. Как немного, так и сильно, и поэтому тонкие слишком нюансы могут быть плохо оцениваемы. Баттер не стал делать чистый отыгрыш, а пытался затянуть свои как себе. Отыгрыш свой к себе белый на дальнюю половину. Главное, чтобы он не отошел дальше и не образовался свояк в правый угол дальний. А здесь может получиться очень хороший отыгрыш свой от двух бортов к себе через две поляны, а белый шар к тем двум. Не совсем качественно, слишком тонко попадает Дастан. И у Батыра образуется хорошая атака. А в случае забития свояка, как мы видим по позиции, продолжение будет. По крайней мере, вероятность этого очень большая. Семь шесть, и Батыр будет атаковать в любом случае. Если не от этого шара, то от второго сверху, убрав этот шар. Ну, раз не убирает шар у средней, значит, будет атаковать от него, значит, его все устраивает резко. Вполне нормальная. И это будет матч-бол. Ну что ж, Батыр показал игру на уровне мастера спорта, как минимум. И мы его поздравляем. Дастан также играл хорошо, но в некоторых моментах неудачно отыгрался. Где-то, наоборот, атаковал вместо отыгрыша.
А в итоге его подвела реализация вот последнего шара.